będzie. No to Шипакля. Покажи, сколько червей нашей тихо не тряси. О. Ну-ка, рыло свое поверни. Солнце. Девять часов. Слышишь, а мы по кукурузе побегаем? Большую рыбу я. Думаем, ну может своим словом, не так, не очень просто пойдем. Стой. Чего, тут еще какие-то наши, одна деревянная, другая пластмассовая. Воды, короче, наверх. Вот это серебряно. Ну, немножко. И мохит немножко. И вот. Еще мохит. Quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Non più vrai quei penachini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non ti dirai farfalloni amoroso, notte giorno di torno trato. Ладно, давай, короче. Да хватит нам. Да немножко. Ладно, ну короче, музыка. О! Это реку мост. Откуда мост? Это ж магазин, да? Видишь, там где колодцы, тут видно дома стояли. А, нет, ну, не было дома. Не, может давно, слышишь? Тут, тут деревья были. Так вот, слышишь, может быть давно? Тут вот все вот в деревьях было. Он, туда вот в деревья, туда заходишь в деревья, там тоже. Слышишь? Так вот, может быть, здесь дом когда-то давно был. Ты, может, просто что не помнишь. Там, или вас еще тогда не было в деревне. Потому что не могли ж так просто в деревьях колодец посмотреть. Это ж просто мозгов палата. Ну почему, если там кто-нибудь чечет, что ли? Как иначе? Ну я вас уже. Мы уже подошли. Мне кажется, сюда ездит. А слушай, а может он в лес этот ездит?
a nie na Rieszku. Nie, to się nie chryś. No szło, to w czym to? A widać, że nikt nie robaczy, to przewisz od prawa. Бля, только вот эти вот дебри эти. Блин. Ну вот эти вот растения, видишь. Какая херня. Сейчас постелим свои рубахи. Ага, рубахи, блядь, ты посмотри. Вот тут налипнет. У тебя уже на башку налипнет. Как он будет? Так и будет. Стой, блядь. Ёп. И у меня там место. Слышь, надо было эти кресла автомобильные взять, которые у тебя в сарае стоят. Ой, мне почти. Разорвали пополам я почти. На две сраки. А будем меняться, кто-то будет стоять. Ты. Кто-то будет сидеть. Я. Ладно. Сейчас отнесу ведро. Ну, чтоб комары все слетелись. Ты что, дурак, что ли? Так что прыба пуза на фонарь. По фонарь. Ну как ловится? А, ну зашло, блядь, здесь. Во, сколько рыбы я наловил. Тот, который здоровый, это моя. Ну тот Артур безделин наловил, африканский. Где это? Подкормка еврейская. Нормально. А посмотри, у меня не клюет моя удочка. А я вижу. Блин. Ну, я вижу зато. Ух ты. Кто придет, давай посмотрим. Нет, там с кишками. Ну что, сейчас, короче, это вытягиваю. Ты его сягаешь, пойдем, да? Ну давай, я засниму как-то. У тебя клюет. И нехило клюет. Быстрее. Подожди, подожди. Она дернула удочку, блин. Бля, ты видел, как дернула? Удочка трясанула, блин. Ты снимай, куда ты, блядь, дернешь.
Полоцкий какой-то охуй. Давай быстрее страшно есть. Да что не закидывай, пойдем же. Скручиваться будем. Ну, так, блядь, ты пока там скрутишься, я скручу, блядь. Не замку рыбу, нахуй. Ты, блядь, землю снимаешь, снимал бы хоть, блядь, свою рыбу. Ну, куда? Мне ж неудобно. Рыбу слоем, да? Не будем дразнить. Ты снял улов? А? Ты снял улов? Ну. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также можете глянуть наш видос про скутер.